Губернатор края Виктор Толоконский участвует в Гайдаровском форуме 2016 и проводит рабочие встречи в Москве. Накануне глава региона принял участие в презентации рейтинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России «Инновационный бизнес в регионах России». По словам Виктора Толоконского, в будущем рейтинге должны учитываться качество, продуктивность научно-образовательного комплекса региона, эффективность его взаимодействия с экономикой. В рамках форума «Россия и мир. Взгляд в будущее» также состоялись сессии, лекции и презентации, в которых приняли участие российские и иностранные эксперты, ученые и политики. Губернатор края Виктор Толоконский сделал доклад на панельной дискуссии «Региональные бюджеты. Рецепты обеспечения сбалансированности». Он рассказал коллегам о состоянии краевой экономики, поделился своим видением проблемы разбалансированности региональных бюджетов. Он отметил, что в существующих условиях сокращать расходы нельзя. Единственный выход из ситуации – искать пути увеличения дохода. Доходов.